На трассе «Меридиан» легковушка улетела с дороги и влетела в бетонный блок. Авария случилась в районе улицы Лебединского. Это уже последствия ДТП. Очевидцы вызвали медиков и кинулись помогать пострадавшим. По предварительным данным, водитель Kia при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с Nissan, после чего обе иномарки откинуло на ВАЗ, который проезжал мимо. Водитель отечественного авто не пострадал, а вот водители иномарок получили травмы. Сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Полиция ищет лихача, который задавил на пешеходном переходе человека около Садового товарищества «Чайка». От полученных травм пешеход скончался.